Следующим шагом после приобретения Unity Split лицензии является покупка Unity Split контракта. В этой инструкции мы покажем, как купить Unity Split контракт за Ultima. Авторизуйтесь на сайте DeFiU. По умолчанию откроется дашборд Unity Split. Вы можете переключаться между дашбордами, нажимая на соответствующие кнопки в правом углу под реферальной ссылкой. Проскроллив страницу вниз, вы увидите список доступных к покупке продуктов. Чтобы купить сплит-контракт, перейдите на вкладку Unity Split Contracts. Выберите подходящий вам контракт и нажмите на кнопку Purchase – покупка. Откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать способ оплаты. Выберите Ultima, подтвердите согласие с условиями, поставив галочку, и нажмите на кнопку Purchase – покупка. В открывшемся окне будет указана сумма в Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакций с мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую видите на экране. Дождитесь оповещения об оплате. Готово! Вы приобрели сплит-контракт. После покупки контракта вы увидите, что значения на виджете Split License Usage в вашем дашборде изменились. Купленный контракт также отразится в разделе My Contracts. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем. Желаем успешной работы!